Жители Северского района активно принимают участие в важнейшем для страны событии – выборах президента Российской Федерации. В школе поселка Ильского номер 16 находится сразу два избирательных участка – 41-19 и 41-20. На один из них пришел голосовать Александр Лебедь, руководитель районного отделения общественной организации «Боевое братство» и ветеран боевых действий. На выборы Александр Александрович пришел вместе с дочерью, которая, несмотря на возраст, прекрасно понимает важность момента. Сам мужчина признается, вместе с боевым опытом выработал привычку брать на себя ответственность не только за свое будущее, но и за будущее для всей страны. В выборах президента важно принять участие, потому что нам не безразлично, куда и как будет идти наша страна, каким путем будем развиваться, как наши дети будут развиваться. Что будет с нашей страной? Сейчас для страны действительно непростые времена. И от того, какой мы сделаем выбор, а выбор должен быть сделан правильный, так мы и будем идти вперед.